бывшая девушка Криштиану Роналду Ирина Шейк уверяет, что информация о романе с Йозефом Блаттером неправдива. Представитель российской супермодели опроверг информацию о связях Шейк и Блаттера, ссылаясь на ее слова. Слухи о том, что у миссис Шейк и мистера Блаттера были романтические или близкие отношения, являются лишь жалкой попыткой клеветы в ее адрес и абсолютно не соответствуют действительности. «Мы не хотели бы больше обсуждать их, потому что они абсолютно необоснованные», цитирует представителя Шейк. Напомним, что испанское издание «El Mundo» опубликовало список всех женщин президента FIFA Зепа Блаттера. В число этих пяти девушек неожиданно попала экс-подруга Криштиану Роналду, российская модель Ирина Шейк.